День добрых дел. Василиса – девочка с именем из сказки, младшая из трех сестер в семье. «Шемела!» – кричит ей вдогонку мама. Но двухлетнюю малышку уже не поймать. Залезла в сухой бассейн с шариками. Как говорит мама, Василису любят все. Она вредничает все время, развалит все книжки и усядется как на гору. Как-то раз кота в коляске возить собралась. Ох, и досталась же Василисе от него. Мама старается, но не может припомнить чего-то необычного. Как все дети, она любит конфеты, мультики, говорит на своем языке. «Ам» значит «нет». У Василисы синдром Дауна. В роддоме маме несколько раз предлагали отказаться от дочки, но мама даже мысли такой допустить не могла. Девочка растет в большой, шумной и любящей семье, где ее полностью принимают. Все ее особенности, проблемы со здоровьем, воспринимаются как что-то вполне преодолимое. Отец вообще удивляется, зачем ее возить в Киров. Однако для мамы это важно. Семья живет в селе Вожгалы. В местной поликлинике им не могут дать полную информацию по синдрому, посоветовать подходящее лечение. «Чего вы хотите?» – говорят врачи. «У вас такой ребенок». На занятия в Центр поддержки семьи с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра» мама возит Василису каждую неделю. Поддержка, советы и грамотное пояснение – все тут, в Кирове. «Как не приехать?» – говорит мама. У Василисы многое получается. Мама говорит, она на сестер нагляделась, копирует их, учится. Те пол моют, и она. Они с книжками, и она рядом. Все ей интересно. «У нас обычная девочка», говорят родители Василисы. И они, конечно, правы. Но девочке, конечно, многому еще предстоит научиться и многое преодолеть. Но без нашей с вами помощи Василисе и другим ребятам, которые приходят вместе с ней на занятия в Центр «Дорогу и добра», не справится. Чтобы Центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе поможем собрать десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята» – 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. Теперь сервис доступен для всех операторов мобильной связи. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.